Здравствуйте! А мы говорим сегодня о детстве и юности царя Петра Великого, царя Прометея и царя Реформатора. И начали мы наш сегодняшний разговор с воспоминаний Николая Константиновича Симонова, того самого человека, по образу которого весь мир представляет себе сегодня царя Петра. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».